Теперь заправляем ниточку в иголку, укладываем ногу так, чтобы она легла вот так вот, была бы длиннее, чем вот вымя, дальше вымени, вот так торчит. Сбоку здесь вот так вот укладываем, и так, чтобы она была вот тут вот ровно на вот этом вот расстоянии, то есть вот так вот ее, чтобы вот это заподлицо было. И теперь, уложив так, можно приколоть ее, можно просто начать пришивать, вот так удерживая. Пришиваем, захватывая столбики на ноге сбоку, вот напротив столбиков. Вот мы ее прижали, и вот как мы видим, так ее и пришиваем. Столбики напротив столбиков на туловище. Захватываем, чтобы вот по ширине пришить пошире. Теперь здесь переходим вот сюда внутрь и пришиваем вот так с внутренней стороны наискосок. И дальше продолжаем пришивать так, чтобы были на одной высоте они пришиты. Следим за этим тоже, чтобы не была одна нога выше, одна ниже. И пришиваем. Все, пришили, закрепили. Теперь завяжем на узел. И спрячем узелок внутри. Сделали. И теперь нужно вот тут вот, можно это не делать, оно здесь не очень заметно, но можно и сделать. Сделать ей копыто парным. Для этого заведем вот так сюда. Сверху выведем где-то вот так вот по центру ниточку. Узелок там спрятали. Теперь закрепимся здесь вот так, чтобы не убежала ниточка. Чтобы не выскочил узелок. И сделаем вот такой стежок через край. Вот сюда за угол. То есть вот у нас петля амигуруми, а мы захватим вот так немного ниже и выйдем вот так сюда и подтянем вот эту верхнюю часть немножечко вот так на себя и еще разочек повторим, но выведем уже вот сюда вниз, вот так уложим эту нитку вот так сюда, вот, чтобы было видно, что она ее вот разделяет. Теперь закрепим здесь на узелок, спрячем его внутри, отрежем эту нитку и потянем немножечко вот эти вот две половинки, чтобы они немножко еще больше выделялись. То есть прямо вот так за петли берем и натягиваем с одной стороны вот так вверх и с другой. Немножко просто их вот так в стороны. Просто вот так вот подтянем вокруг вот этой ниточки, вот так вот подтягиваем за вот эти вот петли, просто их растянем, как говорится, потому что тут перетягивать холофайбер некуда особо, но вот так вот немножечко разбили вот как бы на два бугорочка, то есть сделали парно-копытно вот это копыто. Вот так. Теперь возьмем, точно так же вяжем вторую ногу, и теперь возьмем коричневую нитку и вяжем ей руку. Петля амигуруми, в нее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали, затянули. Проложили маркер. Дальше вяжем 3 ряда по 6 столбиков в каждом ряду. По одному из каждой петли вяжем. Провязали 3 ряда. Теперь сменим нитку на белую. Выкладываем кончик к началу вязания. И основание столбика провяжем двумя нитками вместе. Теперь убираем кончик белый
и коричневую внутрь. И закроем столбик белой ниткой. Следующий уже столбик провяжем белой ниткой. И так вяжем белой ниткой до конца ряда. Еще 5 столбиков. Всего 6 провяжем по одному из каждой петли. Провязали. Теперь отрежем лишние концы. Дальше вяжем белой ниткой из первой петли 2 столбика. 1, 2. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 7 столбиков в этом ряду. Провязали. Следующий ряд вяжем снова 2 столбика из первой петли. 1, 2. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 8 столбиков в этом ряду. Провязали. Следующий ряд вяжем. Снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше продолжим по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Получим 9 столбиков в этом ряду. И провяжем 2 ряда по 9 столбиков в каждом ряду. Наполним холофайбером. 2 ряда по 9 столбиков провязала я и наполнила холофайбером. Теперь дальше вяжем 1 и 2 столбики вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 8 столбиков в этом ряду. Провязали до конца ряда. Следующий ряд вяжем все столбики парами. 1 и 2. Раз. 3, 4, 2. 5, 6, 3. И 7, 8, 4. А теперь соберем в пучок то, что осталось. 1, 2 и 3. Провяжем одной петлей. Закрепим нитку и отрежем. Отрезаем подлиннее, чтобы пришить. Или покороче, если уже нитка там есть. Подтянем сюда холофайбер еще отсюда. Так немножко. И пришиваем вот в эту сторону. Здесь ручка имеет наклон сюда, поэтому пришивать будем именно вот так. Укладываем ее сбоку вот так напротив ноги. На вот этой вот, где точка расширения, это верхняя часть у нас будет, вот где у нас две из одной выходит. Вот мы за вот эту вот, где одна, будем пришивать здесь. Здесь мы будем пришивать где-то вот тут вот, начнем отсюда. И вот так, захватывая столбики, тоже сбоку, вот так, которые мы видим напротив туловища, за них захватываем и пришиваем. Пришиваем сначала вот так сюда, потом внутри захватываем вот так чуть-чуть вперед. Еще теперь вверх сюда, здесь тоже вверх, еще разочек вверх. И теперь здесь наискосок сюда, и наискосок здесь тоже сюда вверх вот. И дальше пришиваем теперь за вот эти верхние. Пришили руку, так сказать. И теперь нужно сделать то же самое. Копыто разбить на две половинки. Поэтому тоже так же выводим здесь по центру. А здесь вот так под петлю амигуруми заведем. И выведем вот так чуть-чуть пониже. Вот так разделили. И еще разочек вот так сюда. И выведем туда-назад. Закрепим нитку там на узел и спрячем его внутри. Сделали копытца точно так же, как на ноге делали. Подтянем здесь немножко вот эти вот ниточки
Вот мы разбили это копытце тоже так вот, типа на две парочки. На парочку сделали парнокопытным. Вот, собственно, она у нас готова. Остался только хвостик. Петля амигуруми. В петлю амигуруми провяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, 7 и 8. Провязали, проложим маркер. А теперь провяжем 5 рядов по 8 столбиков. В каждом ряду по одному из каждой петли вяжем. Я провязала 5 рядов по 8 столбиков. Следующий ряд вяжем. Следующий ряд вяжем первый и второй столбики вместе. Дальше по одному из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 7 столбиков в этом ряду и провяжем 4 ряда по 7 столбиков в каждом ряду. Наполняем холофайбером по ходу вязания. Я провязала 4 ряда по 7 столбиков. Теперь снова 2 столбика провяжем вместе первый и второй. Дальше по одному из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 6 столбиков в этом ряду. Провяжем 3 ряда по 6 столбиков в каждом ряду. Провязали 3 ряда по 6 столбиков. И снова первый и второй столбики провяжем вместе. Дальше по одному из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 5 столбиков в этом ряду. И провяжем 2 ряда по 5 столбиков в каждом ряду. Провязали 2 ряда по 5 столбиков. Теперь закрепим нитку. Теперь закрепим нитку так полустолбиком. Еще разочек закрепим. Можно отрезать чуть длиннее, пусть будет кусочек нитки белой. Тоже немножко пусть виднеется здесь. Лучше всего, конечно, лохматится полушерсть. Хлопок лохматится. Не так красиво. Для волос он, может, больше подошел бы, а вот для такой, где нужно пучок, чтобы был, то как-то не очень. Теперь возьмем еще коричневую нитку, нарежем волосинки. Ну, это длинноват будет, наверное, вот так чуть поменьше хвостик сделаем. И вот таких две длины получается нужно раз и еще раз. Это выходит 11 сантиметров снова. Вот так 11 сантиметров. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Может, достаточно. Сейчас посмотрим. Закрепим теперь нитку так неровно. Укладываем, чтобы была разнообразная длина. И переход, чтобы был у длины плавный. И закрепляем вот так в каждую свободную петлю. Вот тут не провязанную. Провязываем вот таким образом концы эти. Делаем пушистый кончик, метелочку на конце хвоста. Закрепили. И теперь тоже их надо или раскрутить, или расчесать. Пока расчесываем, они раскручиваются, вот эти вот коричневые ниточки. А белая, конечно, вычесывается. Белая чисто акриловая, она расчесывается получше. Вот мы сделали вот так вот. И теперь мы еще, я смотрю, что так кисточка не очень симпатичная, надо ее делать попушистее, поэтому я сделаю еще по 10 сантиметров. Вот такие вот еще сделаю 6 штук, 5 штук, 6 штук, 5-6 штук. 1, 2, 3, 4, 5. И тоже складываем их пополам неровно немножко. И захватываем теперь вот эти столбики сбоку и закрепляем вот так за них. Вот будет чуть-чуть короче и чуть-чуть ниже. И сделает его попышнее.
Так, теперь еще вот эти. Теперь расчешем еще вот эти крайние, чтобы они распушились. Вот такая вот кисточка повеселее все-таки, да? Вот чуть-чуть плавный переход вот так сделаем, подстрижем их. Вот такая вот кисточка будет хорошо. И теперь мы берем белую нитку, иголку с ниткой, и пришиваем хвостик, соответственно, на место, так, чтобы она могла сидеть и не падать. То есть вот так вот под нее, вот так слегка упираем, и вот это будет ее место. Находим место пришива хвостика таким образом. Захватим вот так сюда. Закрепим ниточку. И за крайний ряд, за 8 столбиков крайних, зацепляемся и пришиваем. Можно в ту сторону, можно в эту, в какую вам удобно, в ту и пришивайте. Главное, чтобы правильно было начало заложено, чтобы она не падала, а опиралась на хвостик. Закрепили, завяжем на узел, спрячем узелок внутри. Вот так вот ровненько, чтобы она могла у нас хорошо сидеть и не падать. Вот такую вот маленькую телочку мы связали, молоденькую, и с хвостиком таким пушистеньким. Делаем его помягче, этот хвостик. Можно холофайбер чуть-чуть еще подтянуть в этот конец. Я холофайбер сделала его немножко там, чтобы он у нас такой был помягче, этот хвостик. И можно было бы его вот так вот согнуть и положить вот где-то рядышком. Вот, вот такая красота. Вот наша коровка уже практически готова. Маленькая телочка. Можно вышить вот так крестиком пятнышки на голове, на спинке, можно на хвостике. Крестики делаются просто вот, вышиваем крестик вот так из дырочки в дырочку. 4 дырочки выбираем, и из дырочки в дырочку образовывается крестик. И вот так вышиваем крестики сколько мы хотим, по желанию и где угодно. Теперь я возьму вот такую вот ниточку. Эта нитка у меня тоненькая, 300 метров, вот в 100 граммах. И возьму крючок 1,5. И теперь в петлю амигуруми я свяжу ей вот из этой пряжи. Она похожа вот на золотистый цвет у нее такой. Я свяжу ей колокольчик. В петлю амигуруми провяжем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5 и 6. Затянем. Проложим маркер. И продолжим. Провяжем по 6 столбиков из каждой петли, провяжем 4 ряда по одному из по 6 столбиков в каждом ряду, по одному из каждой петли провяжем 4 ряда. Теперь еще так, я провязала 3 ряда, на мой взгляд, этого достаточно, поэтому вот 3 ряда я провязала. Теперь из каждой петли вяжем по 2 столбика, 1 2, дальше вяжем 3 4. Дальше вяжем 5-6, дальше 7-8, 9-10 и 11-12. 12 провязали. Ну, вот такой вот колокольчик мы получили. Я думаю, ей такого будет достаточно. Поэтому вот сюда, в эту петлю, провяжем полустолбик. И закрепим нитку. Так, маркер можно убрать. И нитку отрежем вот такую длинненькую. Сантиметров 70 я отрежу длину ниточки. Для того, чтобы ее еще использовать дальше. Сделать ей на шею ободочек из нее. Мы теперь протянем вот так сюда этот узелок, чтобы его спрятать, вывернем на эту сторону. Вот так вот. На лицо, но спрячем его вот так туда внутрь, подтянем. Вот так вот.
И теперь протянем эту нитку вот сюда, в петлю амигуруми. Вот так захватываем и перетягиваем. Так, перетянули. Закрепимся здесь опять вот из одной из сторон. Вот так и провяжем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Проверим, чтобы ей хватило вокруг шеи и немножко свисало бы ниже. Ну, я думаю, даже длинновато. Наверное, 45 будет достаточно. Я сделала 50, распускаю 1, 2, 3, 4, 5. Вот 45 воздушных петель я провязала. И теперь зацеплюсь вот тут напротив. Вот если здесь мы крепили с этой стороны, то теперь зацепимся вот так напротив и провяжем сюда полустолбик, вот так соединительную такую петлю вытянем насквозь, вот так сюда закрепим. И протянем ее сюда. Теперь ее вытащим внутрь, сюда заведем в центр, в петлю амигуруми, и выведем вот сюда вниз. Вот мы сделали такой колокольчик ей. И теперь вот тут можно на кончике этой нитки либо привязать, если ниточка влезет, либо приклеить хотя бы красивую золотистую бусинку для колокольчика нужного размера. У меня нашлась только белая вот такая вот бусинка. Я сейчас ее вот тут завяжу на узелок, чтобы она не проскочила. Вот здесь закреплю вот так вот, и я ее просто покрашу золотистой краской. Спрей эмаль у меня есть золотистого цвета, я на нее брызну, и она станет у меня золотистая, чтобы она больше сюда подходила. Хотя, в принципе, даже вот такая вот она здесь смотрится неплохо. Вот такую мы красивую связали милочку, нашу тёлочку. Если вам понравился мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. А если нажмете на колокольчик, то будете получать сообщения всякий раз, как только новый мастер-класс появится на канале. До свидания!